фарфор – это не только белая глина, не только, допустим, молотый кварц, но и около 20 разных компонентов. Лучше фарфора вообще ничего не существует. Вот ты, Иннокентий, расскажи, как нужно сделать производство, как нужно, чтобы не было брака? Это муравейник, можно сказать, муравейник. Все работают, все трудятся, прямо какой-то такой подъем. И субботы-то мы работали, какие-то делали мы планы, какие-то мы делали, какие-то у нас были вечеровки. То есть люди жили заводом. Это не только градообразующее предприятие, это предприятие судьба. Династии целые, из поколения в поколение передавалось это умение. Думаю, что вот это наше ремесло, это дело, оно не может вот просто вот так вот раз, как пыль разлететься, как вот кусок глины разлететься, а он не может. После войны